Вчера ты ранили Шифрина. Был довольно любопытный. Пришли Виктюк и Маковецкий. Виктюк долго не мог заплакать и зарыдал только тогда, когда вспомнил рецензии на своей последней работе. Маковецкий репетирует у него в новом спектакле. Сюжет незамысловат. В сумасшедшем доме банный день. Можно себе представить, как развернется режиссер, если представить, что из одежды у сумасшедших только мыло. Среди присутствующих был замечен Илья Резник, который тут же выдал экспромт: если в зале тишина, больше нету Шифрина. Впрочем, тут же кто-то остроумно съязвил: если в зале крики бис, на Резника упал карниз. Киркорова не было, что, впрочем, и неудивительно. Говорят, что в этот день его видели в метро. Он зашел в вагон и произнес: люди добрые, вы сами не местные, поможите, чем можете. Его спросили: неужели у вас нет денег? На что Филипп ответил: пока налоги не платил, были. И на куры Лещенко нагрянули неожиданно. Жизнерадостно спели: впереди у жизни только даль, полные надежд, любви, дорога. И умчались на концерт во дворец съездов, где пели вместе с Луговым, стараясь не попадать в ноты, чтобы не рассердить мэра. Поэтому все невольно ждали, когда же он начнет читать. Не терпелось и самому мэтру. Удерживало его одно подозрение, что один из присутствующих смеяться не будет. Это Шифрин. Роман Карцев, прогуливаясь возле гроба, вяло шутил: вчера покойники были большие, но по пять. Сегодня маленькие, но по три. Ждали Садальского, более известного в театральной среде под кличкой Кирпич, и не напрасно. Садальский вышел к гробу и с присутствующим ему тактом громко дочитал меню на поминках. При упоминании деликатесов в зале раздавались аплодисменты, а вперед выходил человек с ярко выраженной криминальной внешностью и кланялся. Это был спонсор похорон. Когда в зал вошел Кобзон, все встали, включая покойника. Когда он запел, многие упали, некоторые на колени. В фойе пела и плясала Бабкина. От ее топота гроб подпрыгивал, так что покойного два раза пришлось укладывать на место, хотя он и кричал: не хочу. От правительства был Немцов. Он приехал на велосипеде. Это его новая затея — пересадить чиновников на велосипеды. А зимой на лыжи. Он зачитал указ президента о присвоении Шифрину звания заслуженного артиста. Тем более, что сейчас он наверняка единственный, кто не имеет этого звания, исключая билетеров и студентов. Приехал Жириновский. Он сказал: он помер однозначно. Я его уважаю, потому что у меня только папа был юристом, а у него все родственники. По дороге с концерта в мэрию заехал Лужков, снял кепку и пообещал, что памятник Шифрину будет ставиться в отеле. После чего Шифрин выскочил из гроба и дико заорал: ни за что, я лучше жить буду. И представьте себе, казус убежал. Ну а что было дальше, я столь же достоверно расскажу в своей следующей телевизионной передаче. Всего доброго.